День всех влюбленных мы признаемся в любви и дарим подарки самым близким. Торговый центр «Грин Центр» радует своих гостей и покупателей не только по праздникам, но и в обычные дни, широким выбором модных и актуальных товаров, яркими мероприятиями и совершенно уникальными предложениями и акциями. Сегодня, 14 февраля, торговый центр «Грин Центр» снова признается в любви своим гостям, покупателям и друзьям, не только поздравляет их, но и принимает поздравления. Подарком-сюрпризом для «Грин Центра» стал ролик о торговом центре, снятый маленькой девочкой-блогером. Пользуясь случаем, я хочу поздравить витебчан и гостей нашего города с праздником Днем Святого Валентина. И в этот замечательный день я с огромным удовольствием хочу вручить подарки от торгового центра «Грин Центр», от арендаторов нашей юной и очень талантливой Лерии за прекрасный ролик, который она создала о нашем торговом центре. И этот ролик нашел большой отклик у многих зрителей. Я хочу и пожелать творческих успехов, вдохновения, и чтобы новые идеи она воплощала в жизнь. И кто знает, может быть, именно ролик о торговом центре послужит началом развития ее творческого потенциала и интереса к процессу съемки и созданию фильмов. И в скором будущем мы о ней услышим, как о знаменитом режиссере. Желаю ей удачи. Почему Грин? Ну, не знаю, потому что мне здесь нравится. И в будущем планируем еще здесь снимать. Снимаем ролики, как родителей нет, а дети остаются дома одни. Мы снимаем ролик один раз в неделю, хотя хотелось бы и больше. Ну, просто нету времени. Надо придумать, снять, озвучить, смонтировать. Мне понравились подарки от Грин Центра. Спасибо! Торговый центр «Грин Центр» глубоко благодарен своим покупателям за их выбор. Витебчане и гости города, которые каждый день ходят в торговый центр «Грин Центр» за покупками, самое лучшее жюри. Для них с любовью центр будет работать с еще большей душой. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.